Привет всем! Сегодня будем запекать картошку с салом на новом уровне. Всем понравится, я думаю. Моим всем нравится. И всегда просят, говорит, Игорь, говорит, приготовь нам, пожалуйста. В итоге нам надо сало порезать. Вот если такое мясное сало, то надо в итоге сделать чуть-чуть покрупнее. Если просто сало, то можно потоньше кусочки. Теперь нам надо что сделать? Взять шампур. Берем мясо с салом. Вот так насаживаем. И через одну. Картошка должна быть одинакового диаметра, калибра. Блин, вот так как... Конечно, сало бы лучше было просто. Теперь нам надо вот такие надрезы сделать. По кругу. Теперь кладем мы на фольгу глянцевой стороной кверху. Отрываем сколько нам надо по размеру. Солим. Заворачиваем. Так, и делаем второй также. Так, наши шампуры готовы. Ребят, поставили на угли, и нам надо периодически поворачивать шампура. Смотрите, вот у меня завернуто в эту сторону, значит, в эту же сторону и поворачиваем, чтобы сам жир, что от сала будет, не протек, а остался у нас в шампурике и смазывало картошечку. Картошку будем запекать в районе 20 минут на слабых углях. Прошло 5 минут, теперь можно повернуть. Ну и периодично, где-то в интервале по 5 минут, переворачиваем. Через 7 минут, слышите, внутри там аж зашкварчало. Ребят, прошло 20 минут, может чуть-чуть побольше. У нас картошечка наполовину готова, до полуготовности. Вот она довелась, смотрите, она там жижится внутри. Теперь мы ставим просто на угли. Водичка выходит. Сейчас открою, положу. И второй также. Сейчас откроем. Она вся в жиру, в сале искупалась. Вот как-то так получается, смотрите. И жарим до готовности. В моем случае у меня ветерок сейчас. Угли практически все уже закончились. Мне придется подольше его и эту картошечку покрутить. Наш шашлык из картошки готов. Самое главное, доступно, надежно, вкусно, самое главное. Угощайтесь сами, угощайте родных, близких, гостей. Приятного всем аппетита. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!